Правитель Чэнь, примите указ. Я слушаю. Кронпринц Уюй, не заботясь о репутации девяти земель, прокрался во дворец и испортил отношения с императором. Император решил, что вашим наказанием будет передать правящую власть. Конец указу. Я приму указ и признаю свою вину. Я готов заплатить за действия Суюя. И я готов передать власть императору. Да, Иван очень болен. Никто не знает, когда вернется Суюй, чтобы занять престол. Сейчас единственный шанс, чтобы заставить Дайвана. Что все думают? Заставить? Это незаконно. Кроме того, Суюй является наследником. Допустимо ли это? Он проник в императорский дворец. Сын Неба, безусловно, признает его виновным. Какое право он имеет быть кронпринцем? Я готова отправить наших солдат преследовать Суюя в Юанянь. Если его найдут, то немедленно передадут Сыну Неба, чтобы разделаться. Это же... Госпожа, прибыл указ императора. Правитель передал правящую власть. Обратно императору. Правитель Чэнь, вы действительно решили так поступить? Если бы я не выбрал положение преемника, я боюсь, что меня бы вынудили. Я готов передать печать и отдать власть императору. Это мое отступление ради этого дела. Пожалуйста, передайте это императору. Хорошо. Я, несомненно, передам ему. Я покидаю вас. Церемония сейчас начнется. Смотрите! Смотрите! Это легендарный огонь, грядет что-то страшное. Мои дражайшие подданные, появление этого большого пожара является знаком большой удачи. Это знак того, что наша императорская семья будет расти. Благословите! 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 Как думаешь, Дзюньфу сможет проследить за всем, что мы хотим? Несомненно, сможет. Даже если Дзюньфу вернет свои воспоминания, Суюй также будет покончено. Потому что между их странами вражда. Там признаки воды поблизости, значит, должен быть поток. Я принесу воды. Ты не можешь уйти. Мы находимся в глуши, и ты не знаешь боевых искусств. Я пойду. Что такое? Боишься, я причиню ей боль? Солдаты идут вслед за нами. Мы сможем убежать, только если будем вместе. Разве не так? Молодая барышня умна. Она ничего не сделает мне. Не волнуйся. Жди меня, я очень скоро вернусь. Что ты хочешь? Я видела раньше, что здесь ты была ранена. Почему ты ко мне хорошо относишься? Мы обе подчиняемся приказам. Иначе кто был бы готов делать такие дела? Мы обе ничтожны. Никто не заслуживает смерти. Мне не нужна твоя жалость. Как думаешь, кто ты? Просто инструмент, которым управляют. Ты никогда не была собой. Тот глупый парнишка любит тебя. Но ты всегда лишь используешь его. Не думала, что я это увижу. Внутри дворца Юанянь. Удары, нанесенные тебе, были, чтобы меньше ранить. Не двигайся.
Суюй такой умный. Он не мог не заметить этого. Единственная причина, почему он готов рисковать жизнью, потому что любит тебя. Любить кого-то до сих пор. Он, несомненно, не знает истины. Ты тоже была обижена любовью. Немного воды. Мы должны отправиться после некоторого отдыха. Сейчас в лесу я ощущал какие-то движения. Ты хочешь уйти? Так просто это не получится. Почему? Что ты сделала ей? Я просто рассеяла немного ядовитого порошка. Как только она выпила воды, я отступил в силу. Как ты? Если ты хочешь, чтобы она жила, дай мне тайник, обменяешь его на противоядие. Мы спасли тебя. А ты взамен так поступила с нами? Я никогда не оставляла в живых тех, кто узнавал мои передвижения. Суюй. Тайник. Дай противоядие. Такая важная вещь, а ты отдал мне его вот так? Я вижу, что ты действительно милосерден. На самом деле, я не дала ей сильный яд. Просто ты ослеплен любовью и повелся на такую простую ловку. Я просто рассеяла некоторое возбуждающее средство. Давайте расценим его как мой подарок. Цзиньфу, что с тобой? Господин, мы ничего не нашли. Господин, у нас тоже ничего. Господин, впереди есть небольшой храм. Возможно, они укрылись там. Он виновен в преступлении. Вперед! Брат Муянь, моя голова кружится. Ты назвала меня брат Муянь? Ты вспомнила прошлое? Да. Я чувствую, это имя очень знакомо мне. В прошлом мы были близки? Разумеется. Когда твои мысли прояснятся, я все тебе расскажу. Но мне так жарко. Вот так. Вот так мне намного лучше. Что ты делаешь? Тебе дали возбуждающее средство, твои мысли затуманены. Отдохни слегка. Брат Муянь! Почему ты не обнимаешь меня? Ты ненавидишь меня за ложь и за то, что пыталась тебя убить? Неважно, что ты сделала. Я не виню тебя. Тогда почему не обнимаешь? Будь послушной, прекрати поднимать шум. Я не шумлю, но ты не обнимаешь меня. Брат Муянь, ты больше не хочешь меня? Разве я не на твоей стороне? Ты лжешь! Ты намереваешься оставить меня! Прекрати поднимать шум. Я схожу, принесу тебе воды. Брат Муянь! Не уходи! Не уходи! Не уходи! Цзиньфу, Цзиньфу, не будь такой. Не надо. Тогда не бросай меня. Ah!
Уходим. Ты пришла в себя? Ты в норме? Я не защитил тебя как следует и позволил поранить. Как ты себя чувствуешь? Где-то болит? Брат Муянь. Как ты назвала меня? Ты брат Муянь. Дженнер. Ты что-то вспомнила? Ты вспомнила, кто я? Я все вспомнила. Я также вспомнила, как я вернулась к жизни. Как принцесса Вэньчан, царство Вэй, может быть, я умерла. Но я никогда бы не подумала, что это будет началом другой жизни. Мои похороны были только на показ. Для всего мира было ясно, что принцесса Вэньчан умерла ради своей страны. И Цзунь Вэй, и принцесса Юнь тайно ото всех остальных тайком выкрали меня из могилы. Это единственная жемчужина русалки во всех 9 землях, но она также может спасти и твою жизнь в последний миг. Если ты отдашь ее, то что тогда будешь делать сам? Я уже принял решение. Только я могу спасти ее. И я должен это сделать. Она единственная, кто может создавать иллюзию райских снов. На этот раз наша игра должна идти верным путем. Глупышка. Ты все больше и больше мне обязана. Я не прошу, чтобы ты возместила что-либо. Я просто хочу, чтобы ты жила хорошо. Час настал. Легенды гласят, жемчужина русалки – панацея, способная вернуть к жизни. И ночь, когда утес истин станет странным, также усилит власть жемчужины русалки. Это нирвана, где огонь сжигает прошлое, а также создает новую жизнь. Как ты? Ты был тем, кто привел меня сюда? Тогда что это за место? И кто я? Я вытащил тебя из огня. Тогда ты мой спаситель? Как посмотреть? Но не волнуйся. В будущем я всегда буду на твоей стороне и буду защищать. Спаситель? Как меня зовут? Тетушка дала тебе особенно приятное и громкое имя. Тебя зовут Цзюньфу. Цзюньфу? Легкая, как пыль, что сметается щеткой. Но... почему я не могу вспомнить прошлое? В памяти беда. Забыть это счастье. Запомнила? А... Что такое? Как только ты закончишь заниматься с последней частью, мы достигнем своей цели.
Почему эти иероглифы исчезли? Тетушка, возможно, только один человек может разгадать знаки. Это Дзиньфу. Так значит, только тот, кто может играть мелодию райских снов, сможет прочитать это. Я научилась играть мелодию и узнала, как проникнуть в иллюзию райских снов. Я стала творцом иллюзий. И через лазейки райских снов я забираю людей в мир сновидений. В чарующих снах я могу открыть тайны и исполнить желания. Я могла даже навсегда усыпить их. Только при помощи лекарства боль как живого, так и мертвого могла быть прекращена. И единственный побочный эффект лекарства, что я буду забывать свои воспоминания. Неважно, что появилось, маленькие или крупные, после лекарства я забуду их все. И только лекарство может принести мне минуты удовольствия. Это в прошлом. Мы действительно снова вместе. Ты простишь меня? Я был тем, по чьей вине ты умерла. Я уже однажды умерла. Давай забудем о том, что случилось в прошлом. Дженнер. Ты правда больше не ненавидишь меня? Здорово. Это прекрасно, Дженнер. Я не ненавижу тебя. То, что наиболее важно, это вернуть тайник ради тебя. Мы вернем тайник вместе. Я сейчас в порядке. Сейчас самое важное — найти девчонку, укравшую тайник. Иди, узнай новости. Я подожду тебя здесь. Я вернусь очень скоро. Дженнер. Ты пошел неправильно. Это путь к царству, Джен. Идем со мной, и я не ошибусь. Куда же мы идем? В одно красивое место. Ты еще помнишь, что мы сказали в том году? Конечно, помню. В том году те слова, которые молодость позволила мне сказать, теперь я тоскую по ним. Но только сегодня я поняла, что в жизни есть много вещей, которые мы не можем выбрать. Таким образом, мы должны быть счастливы. Если ты очень счастлива, то сможешь вызвать в воображении цветы. Сможешь сделать это для меня? Я знаю. Те дни были самыми счастливыми в твоей жизни. И для меня тоже. Посмотри, даже Дахуан так счастлив. И что насчет нас? То, что произошло в прошлом, пусть там и останется. Не думай об этом вновь. Ничего. Я просто слишком счастлива оказаться здесь.
Сюда, сюда, идите этой дорогой. Куда держите путь? Мы идем на юг. К счастью, вы идете не вы. Они восстали. Я слышал, что в царстве Вэй появилось легендарное пламя. Этот огонь пугает. Везде, где он горит, трава не вырастает. И люди умирают. Какой огонь? Откуда он появился? Кто его создал? Я не знаю об этом. Все те, кто видел его, мертвы. Кто может сказать наверняка? Ты сожалеешь? О чем? Сожалеешь, что пошла со мной. И что, если да? Слишком поздно. Ты можешь уйти. Я не буду тебя останавливать. Тогда ты не будешь сожалеть об этом. Слышишь? Не думай, что мы боимся, потому что у тебя есть сила огня. Госпожа, вы были в плохом настроении несколько дней. Я переживаю за вас. Как насчет того, чтобы пройтись по улице? Разве вы не любите празднества? В прошлом любила, но теперь больше не люблю. Я все-таки чувствую, что желание побыть в одной тишине лучше. Но, госпожа, довольно. Если тебе скучно, то возвращайся. Принеси вещи, которые я сделала прежде. Носовой платок, который я вышивала для свекра. Я могу закончить его. Да. Ты действительно здесь. Отдай мне тайник. Какой тайник? Не притворяйся. Вы, должно быть, приняли меня за кого-то еще. Та, которую вы видели, должно быть, была моей старшей сестрой, Инге. Она... С ней все в порядке? Ты играешь очень хорошо. Ты действительно не она? Почему все думают, что я это она? И вы также. И он также. Вы выглядите одинаково. Вы близнецы. Ты знаешь, где она? Ты хочешь убить ее? Я просто хочу вернуть свой тайник. Вообще-то, все в царстве Джен хотят знать, где она. Простите. Стой!
Господин, как нам быть? Если кто-либо тронет хоть волос на голове госпожи, убить их всех. Ясно? Да. Остановитесь, не следуйте за ними. Сейчас кто-то причинил госпоже боль. Им следует знать, что делать самим. Да! Господин, что нам теперь делать? Тот человек, кронпринц царства Чэнь, ясно, что он приехал за Инге. Подготовьте людей и лошадей, будьте готовы. Это еще не конец. Да? Мои извинения, можешь идти. Позволь спросить, ты собираешься найти Инге? Ты хочешь пойти со мной? Ты неплохой человек, я хочу найти Инге, но она не готова видеть меня. Если ты найдешь ее, пожалуйста, скажи мне. Боюсь, что это будет неудобно. Подожди, я госпожа Пин. Пока я нахожусь в твоих руках, никто не посмеет сделать тебе плохо. Это Сюань, его люди везде. Только рядом со мной ты можешь сохранить свою жизнь. Пусть так. Раз все так, тогда иди со мной. Что ты хочешь? Я последовала за тобой даже сюда, чтобы найти тебя. Пин Хоу говорит, что ты знаешь, как создавать иллюзии. Он хочет использовать тебя. И каким же образом? Дженнер. Дженнер. Куда она пошла? Если хочешь спасти Цзиньфу, тогда приведи с собой Цзиньцюэ. Ты Цзиньцюэ? Я всегда знала, что однажды днем Инге найдет меня. В конце концов, я должна вернуть ей то, что должна. Должна ей? Инге моя старшая сестра. Она убийца Пин Хоу. А он мой муж. Я кое-что украла у Инге. Я всегда знала. Инге так просто не отпустит меня. Если обещаешь, что не сбежишь, то я ослаблю веревки. Не вини меня. Как только я получу, что хочу, получу свободу. Это более удобно, чем постоялый двор. На самом деле, неплохо менять место сна время от времени. Ты не спросишь меня, где это место? Так как ты человек Пин Хоу Жун Сюня, это должно быть поместье Пин. Ты спасла меня, а я тебя похитила. Если хочешь меня ненавидеть, тогда вперед. В этом испорченном мире слишком много вещей, которые ты не можешь выбрать. Не только ты. Я также сделала то, что не хотела делать прежде. Зачем же ненавидеть? Это просто наша жизнь. Но я ненавижу себя. Кстати,
А как тебя зовут? Все зовут меня Инге. Инге? Какое живое имя? Кое-кто тоже так говорил. Один человек сказал мне, воспоминания — нехорошая вещь. Иногда забыть все — разновидность счастья. Забыть все. Жизнь не движется вперед просто потому, что мы забыли. Только если мы надежно запомним наши ошибки, мы не повторим их снова. Но жить и ненавидеть — что это за решение? Ложись спать. Завтра. Возможно, завтра мы сможем быть свободны. Ты похитила меня, значит, чего-то добиваешься? Я хочу свободы. Я устала скрываться за маской. Я устала от убийств. Я хочу всего этого избежать. Но прежде я хочу спасти свою младшую сестру. Ее зовут Зин Цюэ. Моя ошибка. Я сказала ему похитить меня. Твое здоровье всегда было плохим. Я говорил тебе давно, что ты должна выздороветь и не посещать много мест. Давайте, проводите госпожу обратно. Бу. Это все наша ошибка. Мы не должны просто смотреть на это. Цюэр, прекрати плакать. Пожалуйста. Мне это не нравится. Ну, давай вернемся. Нет. Я не думал, что кронпринц Чэнь действительно такой человек, который вмешивается в семейные вопросы. Семья других людей для меня не имеет значения, но ты послал людей похитить тех, кто принадлежит мне. О? Разве? Тогда я должен лично заняться расследованием. Должно, этот человек решил действовать по своему разумению. Как только я расследую, я гарантирую, что он получит наказание. Если так, мы будем ждать, пока правитель закончит расследование, прежде чем он уведет госпожу домой. Думаешь, что у тебя может быть мнение в этом вопросе? Тогда посмотрим, что будет дальше. Господин, вы знаете, что мое беспокойство никогда не покидало меня. Если вы позволите ему уйти, то я немедленно вернусь с вами. Ты действительно не хочешь? Вы знаете, что в моем сердце. Держи. Цюэр, не плачь больше. Ты знаешь, мне всегда не нравилось, что ты плачешь перед другими. Раз такое случилось, я соглашусь с твоими пожеланиями. Но ты должна хорошенько подумать об этом. Даже если я освобожу его, разве царство Джен отпустит его так просто? Так как кронпринц забрал мою жену,
Я, Жон Цюнь, должен засвидетельствовать свое почтение. Завтра в поместье Пин будет пиршество. Я надеюсь, что кронпринц придет и примет участие. И человек, которого вы ищете, также там появится. Идем. Ты вернулась. Ты привела мастера Цитры? Хватит бесполезной болтовни. Где моя сестра? Она сейчас дома. Я должна увидеть ее. Ей ничего не угрожает. Человек, с которым ты хотел встретиться в комнате. Я привела мастера Цитры. Разве ты не должен освободить мою сестру? Здесь ей хорошо. Зачем ей уходить? Пытаешься играть со мной? И зачем? Ты должна знать. В поместье Пин есть много тайных убийц. С тобой их не так много, а без тебя и не так уж и мало. Тогда почему ты не отпустишь меня? Да. Почему же я не могу позволить тебе уйти? Инге, скажи, почему? Жун Сюнь, у нас был уговор. Мир так велик. Куда бы ты могла пойти? Инге, правитель уже мертв. Закрой рот! Я отдал тебя в его руки. Но он никогда не смотрел на тебя. Инге, я ждал тебя все это время. Пора вернуться. В тот день, когда ты отказался от меня, ты умер в моем сердце. Я не могу оглянуться назад. Даже если весь мир останется позади, я проживу. Хорошо. Завтра я освобожу Дзин Цюэ. Я этого не оставлю, если не увижу Дзин Цюэ. Господин, вы освободите ее? Она вернется. Госпожа, кронпринц, мой господин ожидает вас. Сюда, пожалуйста. Прошу. Проходите.
是真心，真心。